Сразу же Да, я исследовательский сейчас должен быть, прожму да? золотой век, сразу после этого возьму исследовательский. Манока, пошли вниз. Переговоры. Пойдем. User left your channel. User left your channel. Так, да, нужно, пожалуй, отойти, реально тоже. Записать небольшое вступление. Хотя, в принципе, здесь три человека осталось. Ладно. Channel switched. Ох, золотой век. Я тоже сразу прожму золотой век. Это правильная позиция, которая позволяет нам иметь много-много денег. И начнем мы, наверное, с того, что возьмем, наконец-таки, исследовательские идеи. Как бы там ни было, все-таки нужно их брать. Не зря же я добавил сваливающего Петра из Италии. Ха. Да-да. Я тут, я успел. Хорошо, только стартанула игра уже. Я знаю. Нет, так я вот зашел вот как раз, когда она стартанула. А, вау, круто, слушай. Я тупо в магазин так быстро бежал, как никогда, еще не бегал. Нормально. Зато быстро. Да, да, зато с пивом, сидором. Да, кстати говоря, тоже люблю сидр. А ты пунш или эль знаешь? Ну, как бы, по-моему... Вообще, да, да, знаю. Вот, я на этой, ну, вернее, в этом году что-то так ударил по пуншу, по сидору, ой, по элю-элю. Из вишни, из этого, и как угу. А как, какая марка? О, у нас как бы марки нету, у нас как бы разливное я пью. А, слушай, прикольно. Оно вот, ну, я тем, не помню, то зимой еще. Слушай, а чё б мы еще не стартуем? Ну, пауза. Людям нужно. Ну, окей. Не знаю. И почему. У нас как бы делали пунш зимой. Угу. В одних супермаркетах. Я как бы его брал. Очень такой вкусный, все. И что-то. Я хотел узнать, какая там марка, но там как бы обычные продавцы не знают. Туда-сюда. Я что-то взял, попил пару раз. Мне очень понравилось, а потом она бы, ну, в магазине пропала, потому что типа что-то она не окупалась или еще что-то. Люди брали обычно пиво просто. Фух, и я. Ну вообще, да, это характерно. Люди реально любят больше пива, чем что-то такое. Ну да, наши такие. СНГшные. И я помню, у нас открыли, в общем, сеть разливного пива. Называется Море пива. Угу, я знаю. Знаешь Море пива? Да, у нас тоже такое есть. А ты где живешь? Вот, короче, я в Одессе. А, стоп, а, значит, я просто не от... Блин, слушай, я... По-моему, это... Короче, хрен его знает. Я слышал об этом, но... Теперь я уже не уверен, потому что в России вроде как... А там красная эмблема и буква М такая. Белая. Может, я видел на фотках? Я могу тебе все-таки скинуть, как бы показать. Может быть. Так, скоро уже у меня... Да, на следующем месяце я возьму бонус на венецианскую торговлю, которая даст мне почти что таких же дешевых, как обычные солдаты-наемников. Все у нас будет хорошо. Венеция, кстати говоря, тоже прожила золотой век. Я видел. Это воин еще пошутил, что типа он посмотрел, короче, то, что Дирин прожал и сам прожал. Типа так. Золотой век — это клевая штука. Угу. Вон там, кстати говоря, Саша Девин нанимает солдат. Усиленная, смотри. Кстати, блин, подожди, на Бургунде нет игрока? Где? На Бургунде. А, Птичка не приходил? Серьезно, он не пришел? Он не пришел. Ну, как бы, пусть являем пухом будет, чем могу сказать. Но воин сказал, что мы воюем как бы по правилам, как с игроком. Ну ладно, что могу сказать. И вообще, мне, если честно, кажется, что Дирин что-то заподозрил. Да, мне тоже так кажется, но, типа... Я-то с ним воевать не буду, что мне? Ну вот, у меня есть подозрение, что он другое заподозрил. О, я пушки открыл. Точно, вот я их только сейчас открыл. Блин, что-то в Сингве по-другому, по-моему, все у меня шло. Как-то тут не так. Кто здесь? Там? Кто здесь?
Да-да, ну чё, это, как договаривались? Ну да. Давай так. Ну, окей. А чё вы там со шведом? Что вы со шведом? Да, я думаю, всё у них нормально. Но мне интересно, Лёнина позиция. Пока всё нормально. А, окей. Чё, против воина хотите? Возможно. Павская область меня не любит. Чё за фигня? Я хочу, чтобы она меня не любила. Так, Лён, я отказываюсь от войны. Зачем? Ну ты авторитет потеряешь. Ух ты! Бля, ошибка. Ладно. Лучше вступайся и через год выйдешь. Только смотри, чтобы твои вассалы не пришли. Ну, в следующий раз не допущу такой ошибки. Ну, я думал, ты знал. Нет, я, кстати, ну, я честно, я за хабу играл один раз до этого, и то без моды. Я не знал. У меня, блин, прирост очков какой-то странный. Ладно. Мне показалось, что у меня он 10-10-10, на самом деле мне оказался 10-10-7. Обманулся. У меня тоже слабенький, 7-8-12. Ну, блин, у меня, кстати, дипсвязей много. А, не, слушай, смотри, Прованс-то не захватила. Бургундия. Бургундия коалицию словила, что ли, лол? Ну, она, видимо... Нет, стоп, она что? Воюет с Тулузой, нет. Стоп, что? А, да, это просто война. Я испугался уже. Но я делаю претензию, короче, на Прованс. Да, делай пока. Не, я не удивлюсь, если пишка такой скажет, ну меня не разбудили, так что как я мог прийти? Да мало ли что он скажет. О, Навара. Теперь моя страна. Хорошо, теперь здесь можно что-нибудь построить. Ты там застраивай домики пока. Да были бы деньги на это, честно говоря. Я как раз побахну пару штук. Вон у Дерина уже 30-ка лимита. Вау. А мне еще нужно для этого прокачать цеху. Так, и еще, кстати говоря, я же... А, точно, я не могу принять. Ё-моё, как же обидно. Что ты хотел? Да я хотел принять культуру флорентийскую. А зачем? В смысле, зачем? Ну, это же одно и то же. Ну, почти. Ты там всего небольшой баф. Ну, дебаф получаешь. Так, усиленная охрана. Я могу получить одну стабильность, либо 5 республиканских традиций. Я выбираю традиции. Я хочу принять культуру. Я ее в любом случае приму, потому что следующая культура моя будет... Ну, то есть следующий тех, через 10 лет который... Он максимум культуру на единичку повысит. Я вот не знаю, не принимать сейчас или принимать потом. Это очень тяжелый выбор, на самом деле. То есть я могу отказаться от сардинской, слабенькой культуры, в пользу флорентийской, и получить больше выгоды сейчас, либо не делать этого. Это вот интересно. Слушай, а ты говорил с Венецией, с Неаполем? Нет. Только пока просто... Вообще ни с кем не говорил по этому поводу. Сейчас, подожди, я, может, к ним скажу. А к кому именно? Я думаю. А, с Византией, конечно. А, фу, Венеции. Ёлки-палки, уже все поплыл. Ну, они, короче... Да я просто, я такой забег до магазина устроил, ты бы знал. Я понял, не, они, короче, хотят поскорее. Поскорее? Лёня, ты не хочешь меня тоже призвать? Ну, смотри, сейчас, секундочку. Вот смотри, что мы сейчас по миру с тобой возьмем? Там же от военного... Нет, мне вообще ни одной не надо, мне только золото надо. Я понимаю, там по военному участию ты золото не получишь. Там же по военному участию идет. Вот так, а я, может, высажусь там и Любика купирую. Ну так я уже его купирую. Лучше знаешь, как сделаем? Давай, давай так, ты сейчас можешь напасть отдельной войной, легко. И я тебе просто эти сниму содержание с крепостей и замеришься.
А, ну давай тогда смотри, как сделаем. Ты сейчас полностью оккупируй эту всю херню. Да-да-да, и а когда так лучше было. Ну вот смотри, сейчас просто я тебя перезову, там же по проценту от военного участия, ты там толком ничего не получишь. Подожди, мне надо КБшку сделать, мне КБшки нет у них. Ну там я буду воевать... А, подожди, Рига же в этой, в торговой лиге с ними. Да-да-да. Я тогда нападу на Ригу. Ну можешь, в принципе, с Риги снять, да. Стейтик. Нет, нету перемирия с Ригой. Я тогда Ригу захочу просто. Сейчас бы Ригу захватят. Хал, если что, все нормально. Фу, вармунгеры. Че нормально, я... Птичка там тащит? Че там сейчас птичка? Спичка? Птичка. А, птичка с птичку. Где там эти бусурмани сидят? А тут этот, Голландия. Голландия? Да. Этот. Тебе сейчас нужен союз? Ну да, я сейчас планирую подать на Кенигао, если Франция пойдет в войну со мной. Стоп, в смысле? Ну, сейчас у Франции... А Франция как союзник пойдет? Ну, я надеюсь, да, у меня доверие с ней есть. А, ну... Сейчас я тогда кое-что сделаю. Блин, мне не хватает 2 очка на доверие с ней. Чаги нужно надо подождать еще немножко времени, чтобы качнуть еще одно доверие. А нет, что-то благосклонность, чтобы качнуть доверие, и тогда она пойдет со мной. А, или найти попытаться усилить. Кстати, я отдал Данцику кровки, в итоге Данцик ливнул с этой тропой. Молодца. Хитрый план. А он все еще в империи, да, он все еще в империи. Вот и договоренность с императором есть. У меня и у Трира очень похожие флаги. Ты посмотрел? Кто-нибудь хочет просубсидировать Швецию? Кто-нибудь из Швеции, а не хочет мне вернуть мой долг, а? У нас будет Сабатон. Фала, сколько он тебе должен? 150 монет. А где мне 150? Нет. А сколько суммарно будет? Что, 150 плюс 150 или что? Да-да-да. 300. Как у трактариста. Фруктовая брага, изменение престижа за год минус 25. Ну хотя бы хотя бы парень понимает толк в вине. Микрофон мьютед, микрофон активейтед. Окей, 10 корабликов все поставили. Выборы, выборы, кандидаты. Чего не надо? Так, 777 тихий. В Венеции сепаратисты восстали. Ладно, чиновника возьму. Джакуб. Мамрюки там захватили гранаду. Сейчас бы гранаду захватывать. Чё, Франция идет с тобой? Да, идет. Окей. Нам как бы даже в плюс, если ты ее немножко ослабишь. Ну, в смысле, если она в войне ослабнет. Генекал. Я Францию, короче, во враги кидаю. Это, хорошо бы Голландия на самом деле высадиться в Англию по-быстрому. Что у нас? У нас с тобой могут отношения еще испортиться. Да, она мой союзник. С тобой ладно, господи. Кому ты нужен, да, действительно? Нет, я имею в виду как бы наши с тобой отношения.
Я провал проход 8, а тебе больше пушек. У восставших больше пушек, чем у Венеции, и Венеция ну, сражается сильно с много людей, которые не надо кидать. Ну, окей. Если что, смотри, если сейчас она с тобой, ну, не захочет, типа, дружить, я пробу с тобой союз, потом кину. Да, я, французское мнение обо мне еще плюс 200, так что нормально. Лёня, они теперь у меня про проходу сами просят. Да я понял, поэтому я порвал. Видишь, он под чёрным ходит. Фал, я, короче, отхожу пока от войны. От какой? Я тебя призываю против Польши. Ты хочешь с Польшей воевать? Я уже напал на неё. Может, раз на Австрия, еще раз, что ты говоришь? Ну, хочешь раз? Я говорю, я пока отхожу от войны, потом пойду. А, всё, давай, нападай раз. Ну, давай. Окей. Пал. Да-да. На Мериде нет торгового узла. Ты с чем-то спутал. Лол, реально нет. Мадейра, точнее, я не знаю, почему ее называют постоянно Мериду. Миринда. Ну да. Да, Миринда, напиточек. Блин, почему колониальная карта все так далеко от меня находится, что не могу колонизировать? Почему ты что-то колонизировать? Ваша Гена не колониальная страна. Неправда. Что лучше взять сейчас, агрессивку или дисциплину? Агрессивку. Нет, агрессивку бери. Ну, на агрессивку или это? Офигеть, ну, убрать уже. Нет, в религии. Ну, в религии управителя это. Да, бери да. Скидку на агрессивку. Что ты, дисциплина, ты с игроками же воевать не собираешься? Тоже верно. Что там, где? Один. 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 Ой, стоимость национализации дешевле еще. Блин, как я хочу уже быстрее играть, серьезно. Мне так понравилось прогонять сегодня тестовый этот с большой скоростью. Ой, а можно тебя буду попросить кое-что? Ну, а что? Сейчас оккупируешь Литву, типа ты первый мир подпишешь. Перед... А мне 100 счетов можно? Ну да, да, да. Посмотри, когда все оккупируешь, я объявлю войну, расставлю по единичке в каждой пробке, вот что. А только потом ты мир подпишешь. Ну, окей. Жалко Польша, нормальная была страна. Нет, о, нет, кстати, я могу вставать сразу на оккупированных тобой пробках. Тьфу, блин, стабильность падает. Фу, блин, сейчас бы сразу вставать. О, я потом сейчас из Антии половину. Тоже можешь меня призвать. Бедная Польша, была хорошая страна. Да, была. Ой, я сразу по идее. Жалко Марка, он не ожидает. Я ему сразу сказал, если ты не придешь, есть шанс, что в следующей неделе твоей страны не будет. Да, ее и так не будет, а он коалиция его сейчас разорвет. Растерзает. Жалко ребенка. Мне Австрия какая-то такая вытянутая, я просто смотрю. Воу. Блин, я поставил, короче, возле себя этот поднос с макаронами и котлетами, и что-то такое сижу, думаю, чем пахнет. Чуешь, чем пахнет? Чую, чую. Австрия, дай денег. Тебя не я есть. Я бедный, господи. У тебя 1400 на сейве было. Чё ты врёшь? Уже 1000. Я за стройкой начал. У меня сотка. Хаба, как у тебя займы в Швеции по дяде? Деньги. Швеция мне должна, к слову, кое-что. Да, Швеция деньги. 7 должна. Слушай, давай с Швецией наваляем. Давайте выбьем долги Швеции. Ну. Прощай, я отойду буквально на 3 минутки, наверное. Я устрою Евротур. Не нападайте на меня. На тебя не нападают. Фал, побыстрее, пожалуйста, я скоро отойду от войны. Помнишь, с кем мы хотели воевать, Фал? Фал, вернись. Левок. Все согласны, что Фал левок? Капец, сверх расширение 140. Как ты сейчас сдохну? Подожди, а кто еще напомнил Польшу, что ли? Коалиция. Польша мертва, да, тут по геймеру. А, подожди, тогда. Нет, я тогда сам нападу сейчас. А, слушайте, коалиция. Коалиция это кто? Бавария напала во главе. Господи. Короче, карамель этот вармонгер. Все, записано. Где я покрыл? А на ком крайпер играет? На Хасакай. Сакава. О, отлично. Может подымет ее с говна. Кто здесь? С
вами жаба. Я так понимаю, Польшу едят все, кому лень? Да, кому вот лень, во все. А как же коалиция? Или... Так, коалиция. О, боже. На него и как раз оно пало. Я него... так понимаю, что ему смысла нет больше приходить. Господи, там даже Полоцк участвует, это как? Он же двухпровинчатый. Так, я и вернулся. Фал, посмотри просто на войну Польши. Войны. Ребята, не хочу. Витя, зайди сейчас. Опасно. В лекцию. О, Вить, ты тут. Зашел. Посмотри внимательно национальное решение. Что я могу сделать? Надо создать скандинавский... А, понял. Все, вижу. Вить. Господи, всего лишь за 300. И ты будешь? Какой? Понял. Слушай, воин, это отличный мод. Мне очень нравится за 300 очков брать. А ты ведь это, даешь ссылки на наши каналы, кто записывает под видео? Под стримами нет. Под стримами нет? Жаль. Если что, можешь дать ссылку на канал Воина, потому что мы с Воином сегодня до партии записали небольшой обзорчик на мод. Возможно, кому-нибудь будет интересно посмотреть вообще, что там мы делали. О, это хорошо. Хорошо. Вконтакте, если что, кинешь мне, Воин, я его в первую серию помещу. Осаду Кёнигсберга. Да? Хорошо. Ну ты канал Воина, ты не знаешь разве? Ну, знать-то знаю. Я имею в виду ссылку на само видео. Ну хорошо, когда выйдет, я думаю, сам Дима тебе кинет. Фал, мы можем куда-то? Пошли, блин, пошли в Дальний Восток. Пошли, Дальний Восток. Я тут, да. Вот, смотри, посмотри на союзы, короче, Венеции. Франция? Угу. Ну тогда скажи, чтобы нападали... А на Венецию мы нападем на Францию. Одновременно, типа? Ну да. Сейчас. Ну то есть я не думаю, что как бы Венеция будет воевать против нас, согласись. Ну понятно, если у нее будет Франция. Сейчас. User left your channel. Венеция решил себе задефать, но... Но нам нужна Франция. Военный городок. Это то, к чему мы стремимся. Лол. Могол дал проход войск кому? И вообще, кто у нас играет? У нас нету половины игроков. Ужас. Все, я короче сказал, у них вообще такой план, типа, чтобы он вступил в войну к нам, и потом они нападают сразу. Ну, мы нападем на Францию, но он не вступит в войну к нам. Ну, ты думаешь? Я думаю, что он не вступит. Ну, возможно. Но с другой стороны, у него как бы, знаешь, шанс пережить. Ну как, не, окей, ладно, нападаем тогда. Смотри, да. Нет, понимаешь, если он даже вступит, мы можем, ну как бы, его-то, я думаю, займут ребята, вот в чем проблема. Ну то есть, у нас хотя бы... Понимаешь, есть... как бы в чем дело? Точно так же они могут зайти и в нас, вот в чем дело. Ну вот это мне и не нравится. Ну нет, подожди, а как они в нас зайдут? Ну склепают претензию. Ну они-то сейчас не клепают их, и на тебя нет претензий, на меня нет претензий. Если уж на то пошло. Ну, короче, ладно, я не против сейчас напасть на Францию. Я не думаю, что Дерин придет, но ты на всякий случай поближе войска подвезет. Смотри, нападаем где-то через Дубай. Ну, может, в середине 85-го. Я не знаю. Лучше бы, вообще лучше в 86-м, вот, ну, в первый месяц.
Чё, Кал, дотянулся? До чего? Дотянулся. Да. Нужен тебе до сих пор этот островок или нет? Какой? Ну, какой ты хотел. Азоры. А. Ну, в принципе, нет. Позоры. В принципе, нет. Я скрыл Польшу напоследок. Марокко, слышишь? Марокко. Но. Ты тут, да? Да. Он мне не нужен. Окей. Вот, все. Как хочешь. Там классные марокканские девочки, но ты отказался. Классные? Они же в паранже ходят. Чувак, Что в этом поносе классно? Я объясняю, смотри. Моя политика в Марокко — это минус благочей. То есть, понимаешь, да? Никакого благочестия. Никакого благочестия. Типа, меня там спрашивают, налоги во славу Аллаха? Есть выбор. Нет, я не переступлю. Австрия, ты введи войска ближе к Тироле туда, наверное. Короче, я переступаю эту черту. Окей. Потому что тебе нужно будет как-то пройти через, ну, то есть, даже не в Тироль, наверное, а вот в свой этот, Изас и Лотаринги, Стангдаун. Вы уже хотите... Или ко мне. Не, в Стане еще возможно. А, окей. А кто у тебя в союзниках? Они все придут, нет? Вот я сейчас посмотрю. Это вы хотите тусоваться во Франции? Да. Нет, никто из союзников не приходит. Блин, я тоже хочу тусоваться во Франции, но... Но они не приходят, потому что почти все в коалиционной войне были. Ну, сейчас еще Бранд посмотрю, что он вообще хочет. Да, вот, это Польша, она такая красивая. А Литва такая страшная, ой, Московия такая страшная. Угу, я боюсь. Ну, блин, все боятся. И правильно делают. Ладно. По-хорошему, мне вообще кажется, что воин специально свою страну делает такой сильно, чтобы просто тащить всех. Ну, в натуре, да посмотрите на него, он опасен. В Швеции восстание, интересно, чьи? Партикуляристы. Бедные швецы. А кто запаусит? Кто такой? Да там избиение этих. Бенгов. Всех. Ремельсон там убивает всех. Блин, какая красивая Австрия. Как во времена, когда османы доходили да, до Вены. Да. Почти такая она и есть. Что с ней не так? Так, у тебя есть претензии на Бургу? Хорватии у меня нет. Хорватия независима. Австрия, делай претензию на Бургундию. Я на самом деле хочу пробки вернуть в империю. У меня есть такая претензия. Слушай, но она же не даст нам захватить остальные провинции. В смысле, кто не даст? Эта провинция, она только за возврат именно тех провинций, которые в империю возвращаются. Касус Белли не тот. Ну короче. Смотри, так, нет, подожди. Так я верну 4 провинции с этой войны. 4, ну лично я думаешь, верну. Думаешь, что Прованс мне не упадет? Тебе Прованс может упасть. В смысле, я не смогу его потребовать. По итогам войны ты можешь потребовать только те провинции, которые были в империи. Это точно? Точно. Это правда. Это точно. Так что лучше склепай претензию и напади именно по претензии. А вернуть все равно сможешь. Ну понятно, сейчас я... А я не понимаю, у порта 4 колониста? Пока 5. 5? 5? Как это вообще? Откуда это? Один колонист за португальский колониальный пыл. Вон там вот в эпохе открытий есть одна... А, стадия. Там колонист дается. Раньше да. Просто прирост. Нет, это жестко. Это же мод. Это слишком. Это рыбчик. Это просто нечто. Фу, нечто. Мне слишком больно колонить. Не волнуйся, я в таком же дерьме. У меня минус 6 за месяц. Очень больно. Там португалец нас всех сейчас так переколонит, что, блин, нам мало не покажется. Но он в Африку пошел, тогда пофиг мне вообще. В смысле он в Африку пошел? Сейчас он пойдет еще и туда тоже. Не-не-не, мы с ним когда раз договаривались... Чувак, он только что мне сказал, что я собираюсь забрать все. А, ну... То он шут. Мне кажется, если он настолько себя поведет, некрасиво. Вот просто убили. Слушай, а ты... Австрия, а что у вас там вообще... Что? Там вроде где? Неаполь на Венецию собирался нападать. Мы сейчас собираемся на Францию нападать. Ну да, я как бы сейчас на Францию в пилоте. У меня как бы, понимаешь, что... Я тоже. А Венецию защищать будете? Не знаю.
Что это такое? Мы лишились модификатора обучения церкви. Аллилуйя. Аллилуйя. Закончился крестовый поход. Грустно как. А Фал не может, наверное. Кто там сейчас глава нашей церкви? Священный папский престол там сейчас. Слушай, а мы откуда мы будем нападать? С юга или с севера? Давай от тебя. Хорошо, тогда переходи через Венецию, проси у них там проход войск. А почему нам с Францией воевать? Ну почему она такая большая? Ну вы же согреетесь сегодня. Нет. Она в Союзе тем более согреется. В смысле? Из Голландии. О, смотри, Союз. Ну я думаю, с Голландией договориться можно. По-человечески. Я думаю, там, она единственный гарант выживания в Голландии там. В смысле, так и я ж... Голландия, союз с Австрией. Ну вообще да, как бы это мой союзник, я его трогать не собираюсь. Он пупсик. Вот кто он. Блин, что делать с Польшей? Жри её. Я не могу. Почему? Мне счёта не хватает. Сиди в огне. А я не могу больше взять, она уже полностью оккупирована. Да, это жестко. Там тупая коалиция напала. Я думал, я во главе коалиции нападу, а я напал отдельно. Я в коалицию, я вступил. Просто надо было использовать КБ коалиции, а я напал по своему КБ. Блин, вот, знаете, Севилью сейчас обращают к католичеству, и прям больно смотреть на это. Там какой-то лысый мужик, он что-то... Выстанную веру обращает. Он крестом своим машет. Марокко, смотри. Что? Возьми ТЦ-шку в Африке, которая, и две горы, Гранаду и Мерию. Остальное тебе не надо брать. От Гранады. Я хочу еще Кадис. Почему нет? Ну, потому что его оккупируют просто... Нет, ты можешь, конечно, взять, но его защищать будет невозможно. А я не могу заключить мир, у меня 78 счета. Так, Австрия, проводи, наверное, ко мне войска, не? Подожди. Да я думаю, я дойду так. Нам как раз даже было бы неплохо встретить их в твоих горах. Да. В Куэне как раз там крепость, я ее включил уже. Проблема в том, что тебя тоже оккупируют. Мне длительность войны мешает, я поэтому пока не буду. Ну и не надо, я пока еще оставляю 1000. Как думаешь, у кого сильнее флот, у меня или у Венеции? В смысле, не у Венеции, о господи, у этих ребят, которые тут... Да у них говно. Кто-нибудь знает быстро? Да у него много чтобы говно. Чтобы по 1000 распределять войска. Отстак. Нет. А то я уже заколебался в так-то пути. На Гайцман Казань все лежал. Я нахожусь на трех континентах, лол. Поехавший. Ну хорошо, так лучше получилось. А что ты чувствуешь? Вещь, Лёва, ты переживал. Ты что, до Америки достал или что, Пал? Да. Хера. Кстати, Тевтон уже две провинции. Вот. Сейчас Тевтон вырастет и наваляет всем еще. А смотри, Брант уже сколько объединил вообще. Ну, в натуре, как будто игровой. Сейчас еще Силезия отъестся. Кстати, да, реально Австрия похожа на историческую. Я так смотрю. Да. Сады завершены. Так, уже 86-й год, Австрия, ты готова? Доклепываю. Просто скажи мне за 2 месяца, чтобы я содержание армии повысил.
Подожди, что Португалия сделала? Уже повышает. Ага. Все, я ставлю одного дипломата на разъяренные страны. Скажи, как фул будет. Да забей, как бы они все сразу не влетят. Ну, нет, я пока не хочу тоже. Сейчас, мне нравится такая карта Польши. Тоже я бы хочу выполнить. Фал? Да-да. Ты не боишься, что придет Москва за Дерину? В смысле, мы же на Дерину не нападаем. Как он кинется? Нет, из Франции? Я имею в виду все равно, он уже кинул. Не, хорошо, в смысле? Не Франция. Московия кинула Союз. Если он разобьет, если он в Византию разобьет с Османом и кем-то там еще. Не разобьет никого, ты что, переоцениваешь? Москва, ты оцениваешь? Ну не знаю. И нагнетаешь. Как он Османы разобьет? У него, блин, не разобьет он, короче, никого. Так, все, мне фу. Сейчас я сову, короче, бананасу. Плюс я хочу еще немножко в мои эти крепости добрать. Да, да. Ты тут? Нападай в этом, в июле. Куда что? Нападать? В июле нападай. На Венецию. А как же война с Францией? Мы нападаем. В смысле с Францией? Мы нападаем на Францию, вы нападаете на это. Ну, и мы хотели, чтобы типа Венеция вступила с вами. Я говорю, вот ему. Она не вступит. Я сейчас нападаю. Фал. Да, давай. Давай, давай. Что, ты идешь, нет? Так, что мы? Через что мы идем, погодь? А только не давайте ему проход. Да что за пиздец здесь происходит? Быстрее. Пошли. Император, ты зачем отдаешь три Дании с Швецией? В плане, с Швецией. Это случайность. Они деньги получили. Ну пошлите тогда в переговорную. Так, у нас с тобой на 61 тысяча, у нас примерно одинаковые войска. Чё, подожди, я сейчас иду к тебе, что ли? О, блядь. Извини, Павел. Окей, я сейчас иду к тебе или куда? Или ты ко мне? Ну давай ты ко мне. Хорошо. Тогда идем сейчас, тогда сразу буду идти. А Венеция зовет к войне. Нет. На Венецию же нападут сейчас. Блин. Так тяжело это все прожимать, но нет. Да, очень тяжело. Ну, кинете Венецию, что ли? Что? Говорю, кинете Венецию, что ли? Ну, блин, ну у нас война. Так, да, сейчас. Война, это же Венеция. Ну, блин, не знаю. У меня слишком сильный враг. Давай стоять в горах, но немножко по отдельности, чтобы не умирать. Окей. Ну, в смысле, короче, чтобы можно было прийти вовремя, просто чтобы не вот так вот было нормально все. Опа, в ранце 28к ходит. Я боюсь. Где 28к ходит? У Франции. Так, ну, у тебя хреновый... Слушай, спасибо. У тебя хреновый этот полководец. Давай лучше моего тогда туда. А у тебя что по этому? У меня намного сильнее. У меня вся армия залита, сам знаешь, чем. Можешь мне побить 11 тысяч? Не могу. Не, давай, подходи. У меня три войны, ты понимаешь? Одну давай, франче. Смотри, ты, ой, нормально. Слушай, Рома. Бургундия. Да. Стой, во Франции ком-то, стой, ты чё, во Франции ком-то стой. Я хочу, после этой войны. Я как бы отошёл, что ты туда стал. Мне надо Польшу. Я в реальном смысле не могу войну получить. Ты запилишься с этой Польши своей.
Мне надо что-то подбило 11 остановить. Ну я не могу. Там твою венгрию сейчас наваляют. Ты бараш прожимай. Блять, у тебя ни одной пушки нету, как так? 11 тысяч каких-то эстонских. Слушай, проблема. Австрия, слышишь, нам нужно сделать это быстро. Знаешь, как это делать быстро? Давай. Вообще, уйдите, уйдите все, пожалуйста, дайте нас Франции и завоевать Францию. О, мамлюки захватили Гранаду. У тебя нормально на осаду? Хотя бы единичка есть, это хорошо. Да, есть единица. Вы видели, так, мамлюки ты... Гранаду захватили? Гранаду? Да, видел. А чё я не могу, слушай, а чё я не осаждаю, скажи мне? Ты не осаждаешь? А, уйди-ка на секунду, ну, то есть не уйди, просто сдвинь кого-то, вот теперь обратно становись. Есть. Тьфу. Во, видишь? Нужно еще один полк артиллерии. Еще один, блядь, сейчас. Я сейчас такую хуйню сделаю, сука. А, нет, не сделал себе. Артиллерия идет. Или это не будет считаться, если я да свои будет, добавлю? Будет. Нет, он не идет воин. Buddy left your channel. Лол, там Неаполь осаждает Бавария. Саш, жди, короче, ты. В любом случае, мы в тебя верим. Бедный Саша. Ну, там всякое может быть. А где вообще войска Франции? Он где-то ходит, короче, по северу. Ну и хрен с ним, тогда сейчас... Потому что он воюет еще с Генегал. Сейчас мы тогда грохнем все, что нам нужно, и просто капитулируем его. Правда, здесь много провок, это не очень приятно, но что поделать. У него 50 тысяч пехоты. И 16 тысяч. Вон там они собираются, видишь? В Боросе. А, да, да, это видно. Ты в этот Чарлайс можешь зайти? Нет. Не можешь? Правильно. Сейчас у меня притащится еще одна пушка. Ну, если она еще клепается, конечно. Блин, как долго исследуют... Нет, разорвала с нами проход. Обидно. Влетает, влетает, пал. Хорошо, давай, заходим. А, хорошие потери, хорошие, нормально. Ох, когда хорошо. Сейчас идет. Еще я зайду, вообще нормально будет. Да, ты чуть-чуть быстрее. О! О, какой, пукан. Такой звук. У них просто пушек есть. А, нет, нет пушек, ладно. Да, у них. Он, я так понимаю, он только взял себе. Да. Сейчас моя пушка еще подойдет. А-а-а, потеря. Блин, что-то не... Больно, больно. Почему да так больно? Зальцбург, все зависит от твоей тысячи. Ну, мы победили, они уже начали какие-то ебать оттуда. Я даже знаю, куда они отступают. Попробую сейчас перехватить. Давай, я подвожу вторую, еще одну тысячу этих пушечек. Ты знаешь, как не отступают? М? Знаешь, говорю, как не отступают? Не уверен. В крепости да, они отступают в крепости. В крепости, ну и в крепости. Не, ну сюда я не буду, что не отступают, честно. Не, ладно, они победят, не получилось. Не получилось, ладно. У нас, у нас 3000 пушек. Ща, я прожму бараш. Отходи, отходи с крепости, давай, сейчас, когда зайдет моя пушка. В смысле? То есть, ну, то есть, смести, чтобы я был лидером осады. Вот, все, обратно. Правда, ничего нам не... Вот, видишь, 42. Че? Смотри на войну, Венец, и это... Это пипец. Ну, я не знаю, что у них там пока происходит, но... Ну... Минус 14. Нормально, потому что Рим взят. Как можно сдать Рим так просто? Мяш-мяш, Рим наш. Мне даже интересно, что там происходит. Т-
Такое ощущение, как будто, знаешь, вступилась в войну эту. Москва. Нет. Но там только что было минус 25, так что сейчас уже лучше. Фигово то, что у меня рекрутов нет, нифига. Ох, Фалл, чувствую, меня Герин возненавидит. Да, меня уже тоже. Опять? Ну, ну как тебе сказать? Сколько снова там пушек стоит, слово сказать? Три, ну, четыре уже. Хорошо. Тысяча. Твоих четыре, да? Ну, моих одна. Я хотел вообще склепать эту наемную, но у меня все-таки... Ну, сейчас пойдем, наверное, в Баройс тогда, слышишь? Возьмем его. Баройс? Или Лотарингию. А, нет, Лотарингия наша. Ну, в смысле, не наша, а... Франция бьет Вену, смотри. Я вижу. Че, пойдем ее отбивать, нет? А, может, сходим, давай. Или может, давай я сам, может, отобью. Ну, блин, как бы ты сам-то отобьешь. Другое дело, что меня разобьют. Ну, ладно, пошли. Слушай, а передай мне, пожалуйста, тогда эти... Хотя, даже не знаю, передавать. Передай франшком-то пока мне, я там склепаю наемников потом. Окей. Потом, давай. Бля. Сука, они идут одной, одним стаком, блядь, идут. Пошли, может, Бургундию словим, смотри. Где она? Вон, надо мной сейчас будет идти. Я не вижу ее. А, давай, пошли. Вызас, 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 вызас. Бля. Ты зря, конечно, нужно было посмотреть, когда туда зайдет. Да я... Ну там как бы тоже через реку было. Так, нужно... Ладно, быть. Я иду... Пошли, короче, ко мне тогда. Пока что. Погодь, я сейчас Баройс возьму, ладно? А, ну, бери Баройс, я думаю, я сам, я просто не хочу Вену точно терять. Ты на самом деле ее уже потерял, я имею в виду то, что там этот есть теперь. Кто? Там все? А там опустошение, я имею в виду. Да это такое, опустошение, господи. Чё-то мне кажется, Византия не ожидала, что такая толпа впряжется. Это считай без Франции. Ну да. Блин, я сейчас солью еще в этом Баройсе. Фал, держись. Я и сам сейчас солью. Хорошо пришли во Францию. А нет, они... Ну я знал, что будет непросто. Как... Они испугались и отступили. Ну блин, денег нету. Ох, я по ебалу получаю. В натуре, а как так вообще ты умудрился-то? Да нет, там просто 40 тысяч пришло ко мне. Точно. Я сейчас... Ох, Баройс взят, сейчас лечим будет возить. У меня, к счастью, 2000 есть этих займов сверху. Ой, займов. 2000 монет. Слушай, ты можешь там брать потихоньку? Я себе тусуюсь. Хорошо. Главное, чтобы они ко мне не пришли, потому что... Да я не думаю. Я им тут немножко дам просраться чуть-чуть. Я даже без пива это делаю. Так, мне нужно сейчас выделить всех наемников. О, шлюха французская. Иди нахуй. Ничего себе, он заходит как опасно. Да давай, давай, француз! Боре? Нет, в лес. Проще, к сожалению. Очень хотелось. Но он тебя сейчас еще побьет. Сейчас смотри, сейчас все будет. У меня, кстати... О, блядь, он хорош. А он хорош. Он прям хорош. Там... А, слушай, а ты его шотнешь? Он в ленц отступает. Или куда? Ой, я вот думаю, он может, в принципе, отступать довольно далеко. Мне кажется, он либо в Ленц отступает, либо в Вену. Если в Вену не отступает, то значит в Ленц. Кто там у него союзник, просто посмотри. Он отступает на ближайшую дружественную территорию. Значит, в Ленц, видишь? Ну дай бог, дай бог, я иду туда. Нет, нихуя. Сейчас, с кем мы воюем? Короче, тогда я подожди, знаешь, куда он отступает? Он в Мет отступает, значит, смотри, потому что он все остальное у него закрыто. Либо ко мне в Люксембург. Ты в любом случае иди ко мне, чтобы, ну, нормально было. Я уже пиздую.
Скорее всего, он отступает в Люксембург, потому что боролись, мы ему закрыли. Смотри, видишь, там уже не сможет пройти мимо. Значит, он отступает именно в Люксембург. Бляха-муха, я не могу даже наемников склепать. Я иду к тебе, не парься. Нет, он, видимо, все-таки как-то может пройти, ну ладно. Я, если что, вылезаю. Хорошо, мы его прогнали. Теперь смотри, влетай сразу там в Боройс, там наша крепость, у него будет в Бургундии 13 тысяч, будет минус один. Я-то, соответственно, возьму Люксембург, тоже сразу зайду. Так, кажись, Венецию там отогнали. Нет, 20 тысяч вон Венеции ходят. Но 40. Я... Ну да. Почти там Саузбург. Я не вижу просто. Саузбург, а почти 40. Так, сейчас зайдешь в этот, в... Да, я тоже зайду, может шотнем. Давай. Нет, не шотнем, там 15 тысяч подходит. Я еще сейчас подойду. Блин, 24 тысячи французов, 400 монет. Плавилёшь. Слушай, а что так больно? Ну они сильные, у них генерал, а я через моего, а мы, кстати, через моего, да, ебать. А мы сейчас умрем нафиг. Давай отступать, что ли? Птички мы генерал тащим. Отступай, Павел. Да я отступил. А вот эти уже не убегут. Чувак, а может как-нибудь мне проход дадите, нет? У тебя нет вообще прохода или что? Я не могу через... Не-не-не, стой там. Я тут просто... Не идите, Павел. User joined your channel. Я иду к тебе. Пипец. Привет. Зря ты идешь, что-то сейчас Франция подойдет снова. Привет. Так, привет. Хаба, сколько тебе там денег-то должен? Что ты взял? Ты взял Габсбург и этот? Ну, 200 монет. Что, а мы отсюда вообще сможем уйти? Скажи мне. Давай, бежим. Куда ты? Хорошо, пошли. Куда? Ладно, отступаем. Ё-моё, чё ж так больно-то, а? Да, их много. Тут у нас... Кто сидит теперь? Сейчас Бранд подойдет. О, а. Спасибо, Лёнь. Сейчас Бранд идет, если... Хорошо. Что-то. А может, кто-нибудь... Голландия какая-нибудь хочет лететь тоже, нет? Она союзник. Вообще не хочу. А Испания? У меня три... У него война. Рекорд осталось. Я закончил войну вообще-то. День тебе. Я про другого человека. Ясно, понятно. Фалл, и он выигрывает. И он воюет против Османской империи, к слову сказать. А Османская империя против кого воюет? А, ну, окей. Там опять иберийский воюет. Сейчас, я возьму вот битву на столичной местности. Теперь я буду получать в горах бонус. И я могу полностью переводить свою армию теперь на наемников. Фал, давай дадим бой на своих территориях. В смысле? Мы, когда крепость захватываем, это уже наша территория считается. Ну, блядь, я не знаю. Что-то... Хотя вот... Так, короче, я пока наклепаю нормально наемничка. Ой! Ты куда? Что? Иду. А, ты шотнул, все нормально. Ладно, ты сука. Сколько там? Столько. Хорошо, я пока просто перевожу свои войска на наемников, то есть все нормально. Ох, я сейчас столько наемничков наклепаю. Просто по лимиту будет. Я даже не проседаю. Ой, а теперь на меня нападают в горы. Иду. Бегу, блядь, я бы так сказал. Просто всеми. Сейчас к тебе Бранд подходит. Смотри, просто лучший Бранденбург на земле. Лучший Бранденбург на земле. Еще быстрее бежал, блядь. Вот, все, вау, да теперь ты кто-то будет тут. Какой план? Идем в Бороус, пока В Прованс идем, там сейчас они туда отступают. А, ты думаешь? Либо в Прованс, либо вон в Дофине. Короче, тут одни есть крепости. О, да. он отступил от Бороуса. А, нет. Я же говорил в Прованс, смотри. Ну, беги туда. Мои эти бегут тоже. Нет, он идет дальше. Ладно, там просто возьмем Прованс тогда, дальше. Окей. Главное, чтобы были пушки. Да, пушки есть. Блин, я бы хотел скомандовать что-то этому Бранду. Пушки 1000 сейчас подведу.
Блять, или мне лучше с Брандом постоять? У меня эти подойдут, если что, мои ручки. Хотя лучше... Нет, я короче, ближе к тебе, я что-то смотрю, Франц, так туда двинулась. Ну чё воин делает? Чё, где? Не знаю. Ну, вдруг ты перезаходишь.